Добрый день, дорогие друзья! С вами «Русский обед» – единственная программа на отечественном телевидении, в которой говорится о настоящей русской еде. Абсолютно. И у нас сегодня только русские продукты на столе. Собственно, ничего за последний год не изменилось. Находим самое все вкусное, интересное и показываем вам. К тому же мы находимся у настоящей русской пищи. Там сейчас вот прогревается сама печь, собственно говоря, я протопил очередной раз. Что-нибудь приготовим сегодня, но не в этой передаче. Сегодня мы будем готовить на плите. Если ты не возражаешь, Алена? Это очень хорошая история, потому что не у всех мы, как с тобой 100 раз конечно, уже говорили. Конечно. Есть у нас русские печи, но плитка, по крайней мере, электрическая или газовая, существует в каждом доме. У нас сегодня еще мы ожидаем все детей, которые пошли в лес. Несмотря на то, что у нас середина сентября, грибы там остались. Вот с прошлого раза сын Максима Павловича набрал вот лисичек. Да, но тихо Максим набрал Павловича лисичек. Не хватило лисичек. Да, но нам нужны еще другие грибы, нам нужны сыроежки, ну и какие-то, может быть, губчатые. Да все, что даст. Найдут. Все, что найдут, найдут, да. Все, поэтому все мы признаемся, что так случилось. Мы, мой сын и дочки Алены отправились в лес за грибами. Вот мы... Ждем. С минут на минуту должны минут прийти, на минуту, и да. Тогда, соответственно, займемся этим блюдом, поскольку это будут жареные грибы, просто жареные, просто жареные грибы. Да. Поэтому займемся тем, что у нас было в первую очередь. Это блюдо с очень странным названием, ну, по крайней мере, для меня странным. Оно называется... Ну, называется саламат. Саламата. И при том саламат у нас будет гарниром к жареным грибам. Супер. Вообще, что такое саламат? Вот давайте поговорим вообще о смысле, о сути этого блюда. Это саламат вообще относится к целому ряду такому пласту национальной кулинарии у русского народа. Таких вот затирух, заварных каких-то блюд. Вот то, что мы с тобой готовили кисели, такие вот, которые вот не напиток, это тоже вот отчасти тоже вот такая вот саламата, то есть заваренная мука. Откуда, интересно, да, вообще это слово? Ну, я думаю, что тут, может быть, там и от тюрков что-то произошло, там сложно сказать. Вот саламата, да, это такое распространенное очень блюдо было, которое, собственно говоря, представляло из себя заваренную муку, как говорили, затертую. А, помнишь, вот мы с тобой говорили про толокно? Да. Вот толокно, быстрая еда, толокно, замеси, в рот отнеси. Угу. Но с мукой то же самое было, единственное, что в отличие от толокна, то есть от муки такой толченой, толокно, толченая мука. Мука, она смолота, толокно, она растолкнулась в ступке. В отличие от толокна, саламаты и другие вот блюда, приготовленные из муки, такие как кулага, затируха, в разных губерниях были свои названия, заваривалась. И кулага тоже заваривалась. А, ну, например, известно, что саламату готовили, например, на Нижней Волге рыбаки, бурлаки, то есть люди тяжелого физического труда. Для них это было важно. И не только на Нижней Волге, на Дону. Кулеш и саламат, они пересекаются? Ну нет, кулеш это немножко другое. Кулеш из крупы, саламат из муки. Угу. Из муки. Вот так или иначе мясо присутствует? Нет, вовсе не обязательно. Мясо может присутствовать, но это не обязательное условие. Вот давай мы с тобой сейчас приготовим такую самую простую саламату. Я немножко воды в сотейнике вскипящу. Готовится на плите. Все-таки саламата – это блюдо не русской печи. Вот несмотря на то, что у нас с тобой растопленная русская печь за спиной. Греет. Греет. Мы с тобой приготовили сейчас блюдо традиционное для приготовления, ну, наплитного это сейчас. Когда-то, понятно, это на костре готовили. И вот те самые упомянутые уже мной бурлаки и рыбаки, они подобные блюда, конечно, готовили на костре, в котлах, это все, так сказать, такое вот на природе, как-то вот на открытом воздухе все это готовится. В саламату шла любая мука? Самая разная. Ну, не то чтобы любая, я не знаю, любая, не любая. Но у нас с тобой, смотри. У нас с тобой сегодня я подготовил муку. Это цельная зерновая пшеничная мука. Оболочка-то осталась. И немножко у нас с тобой гречневой муки. И мы с тобой сделаем саламату из смеси вот этих двух мук. Пахнет. Ты знаешь, я однажды была на мельнице, довелось мне, один товарищ воссоздает всякие русские истории. Много, у него в амбаре, раз был на мельнице, в амбаре у него пахнет вот так. Да. Это да. Просто... Да. Вот это размолотая пшеница. С оболочкой. С оболочкой, конечно, да. Угу.
Ну и гречневая, да, это абсолютно гречневая мука. Знаете, когда младенцев там прикармливают, начинают вот, дают ему сначала там одно, потом второе, потом кашу гречневую размалывают, дают. Сегодня день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, а также день обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского. С именами этих двух великих святых связаны два древнейших монастыря в двух российских столицах. Вообще эти святые очень почитаемы в русском народе. Святой благоверный князь Даниил Александрович Московский был сыном Александра Невского и основал древнейший Московский монастырь. Монастырь этот находится в небольшом отдалении, находился в небольшом отдалении от Москвы, а сейчас находится в небольшом отдалении от центра Москвы, а именно в 5 верстах. Это Данилов монастырь. С этим монастырем связана удивительная история нашего времени, нового времени, возрождения русской церкви. Именно с его открытия, с его передачи русской православной церкви началось его возрождение. Это событие, говоря об этом событии, очень важно подчеркнуть, что именно в XVI веке, еще во времена Иоанна IV, благодаря советам митрополита Макария, который все благие начинания Иоанна Грозного, как мы его часто называем, связаны именно с его именем, с именем святителя, тогда в Даниловом монастыре был задуман построение храма. Храма святых отцов 7 Вселенских соборов. Вот со строения этого храма как раз началась история Новой Византии, потому что этот монастырь как раз был задуман как образ Новой Византии, нового центра православия. С Даниловым монастырем также связана еще одна московская традиция – традиция паломничества. Вообще вот монастыри, которые находятся на удалении от крупных городов, от крупных центров, часто посещались князьями, руководителями городов и государств. И также происходило и в Москве. Пешее паломничество в Данилов монастырь – это было вот абсолютно такое традиционное московское паломничество. Также еще одно традиционное московское паломничество – это пешее паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Когда Петр I задумывал новый город, новую столицу на Неве, он также задумал в небольшом отдалении, чтобы подчеркнуть вот эту преемственность от древней столицы русского государства, от Москвы, а также в 5 верстах, примерно от центра города, он задумал построить монастырь. Это была Александро-Невская лавра. Она находится в устье реки, которая носила в разное время совершенно разные названия. То ее называли просто речкой у Александро-Невского монастыря. Сейчас она дошла до нашего времени под названием река Монастырка. И вот как раз в традиции местных жителей, как писали тогда в то время, в петровское время, туземцев, было почитание этого места как место победы Александра Невского над шведами. Хотя из летописных источников мы знаем, что победа эта произошла в устье другой реки, в устье реки Ижоры. Это немного севернее по Неве, но сейчас также в черте города, и вот там как раз состоялась Невская битва. Что же происходило в устье реки Монастырки? Один историк конца 19 века писал в своем произведении, что не нужно ни в коем случае отвергать тот факт, что была тоже какая-то победа Александра Невского вот и на этой реке. Потому что вполне вероятно, что разбил он в одном месте шведов, а завершил эту победу именно в устье Монастырки, там, где была основана Александро-Невская лавра. И вот очень интересно, что дорога, ведущая из центра города Санкт-Петербурга в этот монастырь, которая сейчас называется Невский проспект, раньше, в самом начале, и называлась «Дорога к Невскому монастырю». И это как раз тоже место паломничества. Пройтись от Адмиралтейства, от Дворцовой площади, прогуляться до Александро-Невской лавры – это будет очень хорошее, как раз и уместное вот в этот день паломничество. Ну вот, Ален, смотри, я подсаливаю воду.
добавлю, но нам нужно добавить не просто муку, ту и другую, а нам нужно добавить смесь. Поэтому я тебя попрошу, возьми, пожалуйста, эту плошечку. И знаешь что? Вот 3 ложки муки цельнозерновой пшеничной и 2 ложки гречневой. Сверху, да. И мы их просто, не мудрость лукаво, заварим вот в этой воде. Смесь. Да, отлично. Давай еще немножко добавим, еще по ложечке того и по ложечке другого. То есть у нас примерно, я пытаюсь понять этот расход по пропорциям. То есть где-то на, сколько у нас здесь, грамм? 100? Можно любые пропорции. Вот мне сегодня, вот понимаешь, левая нога захотела сделать в таком раскладе. А можно сделать из одной гречневой, а можно сделать из одной пшеничной цельнозерновой. Просто имеет значение, сколько воды и сколько муки? Имеет, конечно, но опять же тут можно варьировать. Если мы хотим сделать такую плотную саламату, надо воды поменьше, муки побольше. Соответственно, наоборот, если мы хотим сделать саламату такую вот размазню, то делать, соответственно, воды побольше. У тебя сегодня как по настроению? У меня сегодня такой средней плотности сделать. Вот смотри, я засыпаю муку и быстро размешиваю. А теперь ты мне скажи, пожалуйста, как называется то, что в России традиционно использовалось вот вместо того венчика, который я сейчас использую? Как назывался вот этот? Ну, венчик тоже, конечно, по-русски называется. Ты говорил. Ну, как называется? Мутовка. Мутовка. Зачетку уже можно мутовка. Нести? Мутовка. Неси зачетку. А почему мутовка? Потому что изначально делалась мутовка из сосновой ветки, да. Вот с расходящимися в разные стороны ветками. Из ствола, точнее, молодой сосны. Теперь смотри. Вот у меня, видишь, кипение уже идет. Такое легкое-легкое. Я на минимальный огонь поставил. И вот теперь мы будем сдабривать. Угу. Вот эту самую саламату будем сдабривать. Угу. То есть... Мы ее сдобрим изначально топленым маслом сливочным. Из того самого горшка, как вы помните. Да. Бабушки. Моей прабабушки. Горшок. Прабабушки. Размешиваю, чтобы масло разошлось по вот этой массе саламатной. Угу. Вот это основное. Теперь я выключаю уже, и когда подостынет немножко, градусов до 60-70 это саламата, угу. Вот туда добавим сметану, вот туда добавим чеснок и приготовим. Вот детки наши принесут сейчас грибы. Из леса. Мы их обжарим грибы. Это будет у нас такая постная. Uh-huh. Ну, это уже не постная, потому что есть топленое масло. Но, в принципе, это могло быть растительное масло. Потом сметана еще будет. Но в постном варианте это будет сдабривание такое. Мы саламату подадим с жареными грибами. Я расскажу, как я жарю грибы. Это очень важно, потому что вот, увы, многие соотечественники не знают, как жарить грибы. Варят. Почас. Ну, давайте я расскажу, как это надо делать. Отлично. На самом деле. И второй вариант у нас будет совершенно скоромный, из свинины с луком и чесноком. То есть мы можем подать саламату и так, и так? Конечно. Два блюда. Ну, теперь у нас немножко подостыло. Ну вот, Алён, я предлагаю сначала, пока у нас грибники наши где-то там болтаются. Знаешь, вот как называется место, где они сейчас грибы собирают? Нет. Вот традиционно так. Я, кстати, это совсем недавно узнал, потом узнал от своей мамы, которая... Как-то вот она говорит, ну да, говорит, у меня бабушка, у моей мамы бабушка, моя прабабушка, она называла это место мыльнище. Вот я говорю, мне сегодня говорят, почему мыльнище? Вот у нас здесь вот внизу, вот эта площадка до озера, называется мыльнище. Почему? Бог знает. Кстати, до озера 700 метров, да? Всего? 700 метров, вот ровно до озера. До Селигера. Ой, подожди, слушай. Дети, это вы? Ты уже пришли, что ли? О! Такие несчастные. Привет, Барбушечка, привет. Ну, а так себе, прямо скажем. Класс. Результаты, да, красные сыроежки, которые горьковатые. Слушай, посмотри, сколько они набрали. Она нам подойдет. Желтая сыроежка, это вкусно. Супер. Красные сыроежки не самые желанные сыроежки, потому что она с горчинкой. Самые вкусные сыроежки, дорогие друзья, это зеленые и желтые. Таракан у тебя. Вот желтую одну нашли, уже хорошо. Вот я смотрю, нет, ни одну, еще. Ну, желтые сыроежки, это хорошо. Вы никаких ежей не встречали там? А медведей? Нет. Ну, зря. А я с мелкого, видишь, начала. Ну, и... Только по деревьям лазить.
такой подозрительный немножко маховик. Меня Марфа с Тихоном ловили. Ну, уже хорошо. Маслята, маслята. Посмотри, какие маслята мы собираем. О. Какие шикарные маслята. Прекрасно. То есть все, нормально. У нас сегодня будет жаркое из спасибо грибов. Прекрасно. Вам. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно. Слушайте, руки. Спасибо, дети. Молодцы. Да, руки надо мыть, я поняла. Так, все. Все. Идем. Свободно. Идем мыть руки. Ну, нам с тобой работы сейчас надо почистить эти грибы и помыть будет. Да, вот давай мы с тобой по всем этапам пройдем, потому что грибы у нас последние осенние. Конечно. Уже вряд ли какой-то урожай предвидится дальше. Да. Рассказывай, ну, как почему? Это все готовится. Я, например, собираю в октябре грибы самые разные. Серьезно? Конечно. Притом я в конце, даже в начале ноября собирал, например, опят. В общем, довольно успешно. Ладно, давай сейчас немножко отложим пока грибы. Вот еще у нас же, мы присыкуем то, что вчера было собрано, вот эти самые лисички. А сейчас сделаем такое сдабривание к соломате из мяса, из свинины. Потому что какой же вот то, что называется грибной дух? Когда заходишь обычно поздней осенью в лес, вот пахнет вот этим прелым листом и грибами всегда. И вот оно абсолютно из этого ведрышка ровно так и поднимается. У нас с тобой стоит мясо. Да, у нас стоит с тобой свиная грудинка. Свиночка. Да, такая вот она. Значит, ее надо нарезать тонкими-тонкими. Такими, знаешь, вот, что такое скоблянка, знаешь? Да, ты же готовила, это очень скоблянка. Вкусно. Вот это... у нас такая скоблянка будет. Я разогреваю большую сковородку на огне, на плите. Такая на газовой. Солидная сковородочка, да? Так на, ну, вот, я... Не на одного. Ален, давай я тебя попрошу, ну уж прости, пожалуйста, заняться луком. Нарежь лук, а я нарежу. Какой у тебя ножик, Максим Павлович? А, ты знаешь, этот нож? Этот нож называется... Это бурятский нож, но делается он в Златоусте. Вот я прямо на заводе в Златоусте в самом купил... Ну, это традиционная форма бурятского ножа. Он такой длинный, он для, с мясом очень удобно работать. Вот, кстати, сравни. Вот это якутский нож. Это мне подарили в Якутии. Это, притом, авторская работа. Вот якутский нож. Ручки они посмотри, похожи, да. Они похожи. И то, и другое из березовой капы сделано. А капа это вот на рост? На рост. Хотя нет, виноват. Вот это из капа, а это из корня березового. Красивый какой капа. Да. На рост. Вот. Ну, они похожи, но это все-таки разные ножи. Якутские более суровые. Это вот кровосток. Да. То, что называется... У дедушки был такой охотничий нож, у него был такой солидный нож. Ну, это, солид, да, это серьезный охотничий нож, на самом деле. Вот традиционно для Якутии, традиционно для Бурятии. А мне очень нравится с мясом работать именно с этими ножами. Вот, они удобные, хотя я люблю шеф-повара, ну, шеф-поварские ножи большие, но тем вот, вот такие, вот да. Это наш шеф. Но вот именно с мясом мне нравится работать с такими ножами. И ты... с рыбой, с крупной рыбой тоже, конечно. Ты какой выбираешь? Я сегодня бурятский. Как нам нужно резать лук? А, лук, а просто половинку напополам и полукольцами. Отлично. Смотри, у нас любое мясо обязательно на косточке или вот... Какие-то особенности здесь есть в этом? Нет, вовсе не обязательно. Во-первых, любое. Это может быть баранина, это может быть говядина, это может быть дичина какая-нибудь, птица, в конце концов. Да это все что угодно может быть. Даже рыба, почему бы нет. То есть есть какие-то блюда, которые невозможно сказать, что было только так? Потому что разнообразие зависело от того, что попадется под руку. Ну, сложно сказать. Что-то может, а что-то нет. Там по-разному все это бывает. Ну, вот я знаю, например, твою принципиальность в отношении окрошки. Что, например, там никогда не было картошки, не было никогда редиски. Ну, я готов согласиться. Редиска – это скорее, так сказать, мои личные какие-то пристрастия. Точнее, я не люблю редиски и окрошки. Картошки точно никогда в окрошке не было традиционно. Ну и кефиры. И я, конечно, ну, как бы жесткий сторонник того, той точки зрения, что настоящая окрошка, она на квасе и больше ни на чем. Извините, никакой кефир. Это все очень вкусно. Я очень люблю окрошку. Вот не окрошку на кефире, а вот всякие таратор какой-нибудь там. Я очень люблю греческие цацики. То есть разновидности просто холодных супов. Замечательно, это все очень вкусно. Но это не окрошка. Русская окрошка, она на квасе. Поэтому называть можно, готовить можно как угодно. Есть, любить и все остальное. Но есть терминология определенная. Вот я теперь этот лук сейчас обжарю на все том же топленом сливочном масле, на большой сковородке. Давай теперь закину. Которая не горит, в отличие от сладко-сливочного. Обжаривать буду недолго. В этом преимущество большой сковороды.
Вот я сейчас расскажу такую вещь с точки зрения кулинара. В чем преимущество большой сковороды? Площадь имеет значение? Большой блок, конечно. Вот в этом все и дело. Что большая сковорода, так же как в кухне Юго-Восточной Азии, вок, большой казан, аккумулирует на дне. Который совершенно верно. Вот, и не соприкасаются с собой продукты, такие как лук, мясо, рыба, овощи. Они не соприкасаются, они не дают сока раньше времени. Они именно обжариваются, они не протушиваются моментально. Это очень важно. Вот есть такое, ну вот ты наверняка слышала, мировой гастрономической такой кулинарной ресторанной практике, есть такое понятие stir-fry. Yeah, sure. Вот, когда такое быстрое-быстрое обжаривание, когда мы кладем на очень, удобно, кстати, на очень горячую поверхность металлическую, мы кладем какие-то кусочки мяса или любого другого. Овощи, блюда. И все, да, и все это быстро-быстро обжаривается, но недолго. И получается, как бы сохраняется свежесть, вкус продукта, но при этом он готов, он обжарен. Вот в русском варианте это вот такое, это не сковорода, это жаровня. Жаровня. Вот это та проблема, с которой нам сталкивается каждая хозяйка, когда надо быстро обжарить мясо. И сейчас оно я пускает сок, и в этом соке оно плавает, и ты думаешь, да что ж с тобой делать-то? В итоге сок сливается, доливается масло, да, дожаривается мясо. А тут, посмотрите, оно абсолютно само по себе. То есть каждое, оно колируется отдельно, не соприкасается, сок не успевает выделиться. Ну вот и теперь на высокой будьте такой очень температуре, на большом нагреве, я сейчас немножко сделаю поменьше все-таки. Угу. Нагрев. У меня мясо, как повара говорят, запечатается. Не надо вот его там постоянно ворочать. Вот оно сейчас запечатается вместе с луком. Я тебя попрошу порезать 3 дольки чеснока. Все-таки надо встать. Осторожно. Нет, ты порежь, порежь. Не надо мелко совсем, просто порежь. Слушай, чеснок такой ядреный прям. Настоящий. Да. Ну, я подсолю еще. Лук у нас был подсолен, а я подсолю и мясо тоже. Сколько примерно вот такая грудиночка будет обжариваться? 15 минут, не больше. Притом обжариваться, собственно, обжариваться она будет там половину этого времени, все остальное будет вот доводиться до готовности. Свинина – это не то мясо, которое можно там, ну, с такой с легкой кровью есть, поэтому... Да в русской традиции не было, собственно, этого. Ну, давай сюда запустим. То есть как это? Ну, прям в русской кухне не ели нет, вот конечно. Это вот, вот нет, эти степени нет. Прожарки не нет. Было? Да ну что ну как я? Нет, конечно. До сих пор вот, ты попробуй деревенскую старушку накормить там медиум мясом. Ну, не поймет она. Хотя, с другой стороны, ты помнишь, Евгений Онегин, Пушкин, он пишет, при ним ростбиф окровавленный. Ну так подожди, это, наверное, была тогда же не русская кухня. Нет, конечно. Это французский ресторан «Талон». Потому что, если ты помнишь, вот, как бы в контексте именно Евгения Онегина, в «Талон» помчался, он уверен, что там ждет его Каверин. Пришел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток, пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскоши юных лет. Ростбиф – это все-таки это английское изначально. Притом, вот мясо такое с кровью, это скорее это именно британская как кухня. Интересно. Это не французская. Я никогда об этом не думал. Мне все время казалось, что это, ну вот, у нас тоже было. А первое упоминание вообще, ну, того, что можно хотя бы приблизительно назвать русской кухней, вообще, так сказать, как средней русской кухни, это, ну, того же времени примерно, вот как «Повесть временных лет», есть упоминание того, что про князя Изяслава, про походы, что Изяслав в походах, изжаривши на камне кусок еловины, то есть говядины или дичины. Изжаривши на камне, да. Ну, камень – это как раз, на самом деле, это вот блюдо, когда-то сковородки были каменные. И, кстати, вот ты знаешь... Каменные? Вот, да, конечно. Подожди, каменные долбились из камня? Совершенно не долбились, а шлифовывались. Да, конечно. Ну, представляете, чугун-то когда плавить начали? Ну, что это? У нас готова вот эта свинина. Я вот уже выключил плитку. Сейчас я еще немножко ее нагрею, чуть-чуть совсем. И знаешь, что я сделаю?
Нет. Вот на эту свинину выложу пару ложек нашей любимой сметаны. Я тебе прошу ложечку, дай, пожалуйста. Ты знаешь, вот эту можно взять. Ну, ничего страшного. Я ей чего-то мешала, но это съедобное было. Ты точно помнишь. Ну и теперь уже без какого-то такого сильного нагрева, да, вот на этой самой, на этой жаровне. Прогреваю, все, теперь можно выключить. И вот это к нашей соломате будет первая такая сдабривающая добавка. Ой. Давай переложим это вот в рюмочку. Ну и сделаем, сейчас почистим грибы. Давай. И обжарим грибы, и у нас будет вторая. Ты знаешь, с грибами это большая история, потому что ты хотя бы расскажешь, как это все правильно обжарить. Обжарить и приготовить, чтобы это было вкусно и не потеряло своих качеств и свойств. Тихон, будь добр, принеси, пожалуйста, щипы. Я хочу печку разжечь. Нам будет еще и сегодня что приготовить в печке. Саламата. Воду вскипятить, подсолить и заварить в ней смесь из пшеничной и гречневой муки, постоянно помешивая. Проварить пару минут, после чего добавить топленое масло и все хорошо размешать. Свиную грудинку нарезать кусочками, лук мелко нарубить, подсолить и помять руками, выложить на сковородку и обжарить до золота. Добавить следом грудинку, заколировать на высокой температуре в течение 7-8 минут, подсолить и довести до готовности еще в течение 7 минут. Выложить на свинину пару ложек сметаны, нарубленный чеснок и все прогреть. Ну что, Ален, давай теперь приготовим жаркое. Твой мясной нож схватил. Прям. Из грибов, которые наши отпрыски твои и мои. Нашли в лесу, молодцы. Нашли в лесу, да. Вот я еще раз напомню, что вот сыроежки, которые вообще есть такое общее правило для... Ну, конечно, оно такое необязательное, но тем не менее, на мой взгляд, абсолютно желательное. Вот скажем, солим мы грибы. Грибы мы солим лучше всего по отдельности. Отдельно рыжики солим, отдельно белые грузди, отдельно желтые грузди, отдельно горькушки, волнушки, вот это все. Рыжики, конечно. А вот когда мы жарим грибы, то чем больше... Вот это видовое разнообразие у нас на сковородке, на жаровне. Одновременно. Грибов, тем лучше. Вот когда интересно. Оптимальный вариант, это когда у нас лисички, сыроежки, подберезки, подосиновики белые, те же самые грузди белые. И вот это все вместе на одной сковородке у нас жарится, тогда у нас вкус вот этого самого жаркого грибного будет более... полноценный, более такой богатый, и аромат невероятный. Мы их не отвариваем, получается? Что? Что такое? Нет, как-то вот я все время... Трагическая пауза. Когда мне говорят, что грибы перед обжариванием надо отваривать, я как-то такое ощущение, что я в какой-то параллельный мир вообще, параллельную вселенную попадаю, я не понимаю, я живу по другим законам абсолютно. Для меня отваривать грибы перед обжариванием, лесные, вот такие, как лисички, там, например, там, или белые, или подберезовики, для меня это вообще ну, какое-то нарушение такое правил всех жизненных, вообще, так сказать, нарушение мировоззрения, не побоюсь этого слова. Да. У меня все мои знакомые, они все говорят о том, что грибы обязательно, да и кулинарные книги говорят о том, что грибы надо отварить, ну, я чтобы из них ушли кулинарные всякие книги там я, ядотоксины. Я читаю только те, которые до 20 века были. А что касается знакомых, иногда в каких случаях можно менять круг знакомых. Хочется, так сказать, их мировоззрение поменять. Бог с ними, люди-то хорошие. Как нарезать, просто... значит? Просто... А расскажи. Нарезаем вот то, что во французской, например, терминологии кулинарной жульен. Называется жульен. Ну, да, все, есть... не вопрос. Окей. Одного слова жульен хватило. Вперед. А я разогреваю тем временем вот эту самую жаровню. Я сделаю в постном варианте сейчас. Я сделаю на растительном масле, уже не на сливочном топленом масле, без сметаны. Если мы можем сделать на сливочном масле и добавить сметаны, будет более богатый вкус, другой. Но сейчас я хочу, чтобы у нас одна добавка к саламате была мясная, скоромная, и одна была грибная, постная. Вот сегодня мне это важно. Не знаю почему, но важно. Ну, мне прям это открытие, честно. И еще знаешь, как интересно? Мы ходили буквально в лес, ну, пару месяцев назад я даже в какой-то социальной сети писала пост на эту тему.
Так мы прилично нашли и белых грибов с родителями, и подосиновиков, и подберезовички были. Суховаты, правда, были. Но я помню, что мы приехали из леса домой. Я была такая уставшая. Мне хватило только на то, чтобы протрясти свою одежду от всяких там клещей и сходить в душ и лечь спать. И у меня осталась вот эта корзина стоять. А я помню, что моя бабушка, которая, человек была пожилой, она, приходя из леса, ни разу не было такого, чтобы она отставила корзинку и пошла там в огород поливать огурцы. Она садилась, перебирала, мыла, все вот это вот вычищала, и только потом надела остальное дело. Я подумала, что я в свои 18 уже от бабушки очень далеко, потому что... Конечно, конечно. Ты знаешь, я могу сказать абсолютно аналогично. Вот и... бабушка и мама мои, и другие, так сказать, женщины, которые на моем жизненном пути встречались, они в том числе со мной ругались, когда вот я грибы на утро оставлял. Да. Надо было все-таки их чистить сразу. Я понимаю их правоту, но даю должное собственной лени все-таки. Вот, мы с тобой, значит, смотри, что сделаем. Еще раз, дорогие друзья, я хочу показать, как я готовлю жареные грибы лесные. Еще раз скажу, что вот здесь такой ассорти из нескольких видов грибов. Я покажу, как я это делаю в таком постном варианте. Я наливаю на жаровню, на сковородку, я наливаю рафинированное масло растительного. И, ну, поскольку оно у меня уже прогрето, то можно сразу же забрасывать туда грибы. А лучок у нас с тобой идет? А лучок мы обжарим отдельно и добавим лучок уже обжаренным грибам. Ух ты, как интересно. А это за счет того, что лук дает сок, и ты просто не хочешь сок? Да. Мне нужно, чтобы грибы именно обжарились, а не протушились и не сварились. Поэтому большая площадь сковородки, поэтому нарезанная жульеном, как мы на французский манер говорим, а попросту говоря, вот такими соломкой грибы, я распределяю по раскаленному маслу. Дух такой грибной, прямо острый. И сейчас я минут 5 не буду вообще до них дотрагиваться. Они должны у меня обжариться, с одной стороны. С другой стороны, вот этот самый пар должен максимально уйти. То есть шевелить не будем? Нет, минут 5 даже. Рискуешь? Рискую. Нет, я не рискую еще. Но я постоянно так делаю, что мне сказать. Вот, потом перевернем. У меня просто рефлекс. Мы с тобой как-то говорили о том, что я не могу, когда лук на сковородке лежит, просто одиноко. Мне все время хочется его шевелить. Вот, ты знаешь, я давеча в городе Гулевске, это такие западные рубежи нашей любимой отчизны, Калининградская область, я учил поваров готовить начинку для пирожков. И рассказывал им по поводу того, что как обжаривают лук прежде всего. Ну, я знаю это точно, ну, все-таки, так сказать, там достаточно большая практика, я знаю, что большинство, даже поваров-профессионалов, не умеют жарить лук. Они знают, как это делается. Они готовят какой-то тушеный, вот это все, да. А лук должен быть жареный, начинки особенно. И вот я как раз, что не надо, пожалуйста, вот не надо, вот как же, масло налили на сковородку, еще не на холодную, надо тут же бухнуть вообще сверху этого самого нарезанного лука. И почему-то стоять и мешать. Зачем это надо мешать? Все это не понимаю. Нам что нужно, чтобы обжарилось, чтобы запечаталось? Нам нужно, чтобы вот эта температура высокая поверхности сковородки, которая там сейчас где-то 250 градусов, 200-250 градусов, чтобы она вот закарамелизовала, сделала эту корочку обжаренную на луке или на, в данном случае на грибах, на капусте и так далее. Это должно быть жареное, а не тушеное. Поэтому 5 минут терпения. Я могу в оправдании поварам сказать, что я лично боюсь всегда, что пригорит. Поэтому думаешь, ну, вот пригорит, спорим, что не пригорит. Будет невкусно, горько. Нет, ничего не пригорит. Вот они сейчас у меня прожарят с одной стороны, я их переверну на другую и как бы доготовлю. Угу. Вот уже на другой стороне. Так, я, наверное, давай пока нарежу луковицу. А ты нарежь луковицу пока. Под грибы. Какая нарезка будет у лука? Обычная? Такая же полукольцами? Давай полукольцами нарежем, да. Тонкими такими полукольцами. Вот смотри. Вот, дорогие друзья, хочу, чтобы вы обратили внимание. Посмотрите, что у меня получилось. У меня получились именно жареные грибы. Вот видите, вот эта корочка, вот такая, такая светло-коричневая корочка на грибах образовалась. Аппетит. Они именно жареные.
штука. Это очень важно. Вот именно это мне и нужно. Вот я сейчас их перевернул, еще 2-3 минуты на огне, на сковородке с другой стороны, после этого я выключаю, перемешиваю, еще 2 минуты уже на выключенной сковородке довожу до полной готовности, а потом обжариваю лук и смешиваю жареные грибы с луком. Угу. И вот это настоящие жареные грибы. Все, готовы грибы. Лук ты будешь вот так жамкать с солью? Вот посмотрите, вот это жареные грибы. Вот я хочу, чтобы крупным планом, господа операторы, покажите, пожалуйста. Грибы жареные. Ну, они действительно жареные. Давай их переложим быстренько в плошку. Угу. А давай в тарелочку, чтобы всем было видно, как красиво. Плоскую. Лук жмем солью? Да, все по правилам её. Я помню, знаешь, работала на одном телеканале и вела рубрику «Завтрак». Ну, в том числе у нас была рубрика «Завтрак». И пришел как-то шеф-повар готовить с нами что-то вместе, рассказывать. И вот так же я нарезала лук, он попросил нарезать чеснок. И после этого он так стоял и так долго на меня смотрел. Я говорю, почему вы на меня смотрите так? Он говорит, вы делали это без перчаток? Я говорю, ну... Да, говорю, без перчаток, я дальше не буду ничего не касаться. И он мне говорит, а вдруг вы после записи поедете куда-то, где вам будут целовать руки, а вас они луком пахнут. Я думаю, блин, я деревня просто, колхозница. Я, видимо, тоже, потому что я даже сейчас вот мне в голову это не пришло. Да, действительно. Ты из каких краев шеф ты был? Вот, понимаешь, русский человек, а вдруг руки будут целовать, а вас луком пахнет. Я поняла, что я... Да. Где-то я на каком-то повороте. Да. Все? Да. Не туда повернуть. Ну, это какой-то высшей степени аристократизма, на мой взгляд, так сказать, когда думать о том, кто будет целовать руки даме, с которой ты в данный момент общаешься к вечеру. Ну, зато как-то показал себя джентльменом со всех сторон. Но, тем не менее, лук-то резала я, а не он. Поэтому... Как ни крути. Ну, это как, знаешь, такой извечный вопрос. Должен ли джентльмен платить за даму в такси, если только что она расплатилась за него в ресторане? Неочевидный ответ, явно. Так, а лук я обжариваю самым простым и незамысловатым способом. Вот просто на таком горячем-горячем масле. Как вкусно. Подожди. Вот смотри, жареные грибы. А если картошка с жареными грибами? Ну, все то же самое, только картошку отдельно надо. Ну, не надо все это мешать, ну зачем? Ну, какой смысл? Мы же хотим попробовать. А другое дело, что вот иногда бывает, что когда грибов очень много, когда вот хочется побыстрее, там пришел, грибов набрал, хочется быстрее поужинать и спать лечь. Тогда все вместе в одной сковородке там быстренько сделал, приготовил, нормально. Но если мы хотим попробовать, вот в данном случае это у нас последние осенние грибы, нам хочется сохранить вот этот вкус по меньшей мере до сморчков, до первых осенних грибов. Угу. Нам хочется оставить вот в памяти этот самый вкус жареного гриба, настоящего лесного гриба. Знаешь, как вот в англоязычной традиции, в ресторанной практике называются лесные грибы. Далеко не везде ведь готовят тогда. Seasons, да, seasons mushrooms. Угу. Ну вот, и вот именно как вот сезонное, то есть то, что вот раз в год бывает. Вот они действительно обжарены таким образом, они невероятно вкусные, то есть у них остается весь вкус, и при этом они хрустящие, они, знаете, вот бывает такое прям... губчатое нечто, которое было когда-то грибом, но ты же даже не понимаешь по цвету и по структуре, какой принадлежности гриб, какого вида. Я очень люблю грибы и в сметане тушеные. Вот можно добавить сюда, но все равно именно сметана добавляется уже после того, как обжариваются, собственно, грибы. То есть когда они вот становятся вот именно такого? Совершенно верно. Такой формы. Ну вот у нас, смотри, у нас с тобой есть к нашей соломате две добавки. У нас есть мясная, свиная, скоробная и есть постная грибная. Ну что, попробуем с саламатом? Я думаю, что надо звать Олега и стартовать. Договорились. Жареные грибы.
Грибы почистить и нарубить соломкой. Разогреть растительное масло на большой сковородке, распределить по дну грибы и обжаривать 5 минут с одной стороны. Когда снизу на грибах образуется золотая корочка, перевернуть и дожарить еще 3-4 минуты. Лук нарезать полукольцами, подсолить, помять руками, обжарить до золота отдельно, после чего смешать с грибами и подавать. А в наше время мы часто поднимаем вопрос, а где грань между паломничеством, туризмом, прогулкой, путешествием? А на самом деле для православного человека, мне кажется, ее не существует. А вот я не помню ни одного своего путешествия или прогулки, когда я бы не зашел в какой-нибудь православный храм, не приложился к какой-нибудь святыне, не узнал ли, если я приезжаю в чужую страну, а есть ли там какие-нибудь общехристианские святыни, которые также дороги нам, дороги нашему народу. Какие-то места интересные, связанные с нашей общей историей, с историей христианства. Вот как раз я думаю, вообще, когда мы читаем о путешествиях людей 18-19 веков, мы видим, что они путешествовали именно так же. Каждое их путешествие было паломничеством. Если мы поищем истории разных традиций, семейных традиций, то я вот находил одну очень интересную, ее рассказывала одна монахиня одного очень красивого московского монастыря. Этот монастырь находится в самом центре, на станции метро «Китай-город», Ивановский монастырь на Ивановской горке. И вот как раз эта монахиня была из знатного рода, и в детстве у них была дача в современном районе Химок. Это ближайшее Подмосковье, и вот все лето они проводили на даче, а по возвращении в Москву, по возвращении в древнюю столицу, их мама брала всех дочерей, нянек, и они отправлялись в пешее паломничество по Москве. То есть вот действительно, когда мы отсутствуем в Москве долгое время или в родном своем городе, где мы живем, и уезжаем оттуда, и вот по возвращении нам хочется действительно прогуляться пешком. И вот эту прогулку очень здорово действительно совместить с поклонением местным святыням. Ну вот я расскажу из своего опыта, когда я приезжаю в Москву, я обязательно захожу в храм Христа Спасителя и прикладываюсь к мощам митрополита Московского Филарета Дроздова, а также к святыням, великим святыням, которые хранятся в этом удивительном красивом соборе. Олег, мы очень рады тебя видеть. Конечно. Мы тут работали с Максимом Павловичем. Да, мы готовили старались. Соломату. А я тоже работал. Вот наши уважаемые Герой. Зрители подтвердят. У тебя сегодня был библиотечный день, мы знаем. Да. Ложечка тебе. Да, Алена, дай, пожалуйста, ложечку. Вот такая тебе устроит? Да, вполне. Главное, что вас устроило. Я когда работал в университете, у меня был методический день библиотечный. Да? Как ты его проводил обычно? Я, правда, ходил в библиотеку. Интересно тогда. Я накладываю тебе саламату, угу. Дорогая Алена. Я тебе накладываю с одной стороны саламату. Чего все Алене? Ну, потому что я девочка, за мной стоит поухаживать. Девочка? Да. Ну, тоже не скажешь, что я мальчик. Я тебе положу с одной стороны грибов, а с другой стороны вот эту самую свиную, видишь? Жаркое свиное. Что из этого саламата? Максим Павлович, я тебе тоже ложечку положу. Я знаю, что ты все это пробовал 100 раз. Ну, да. Но я тебе не могу положить. Хорошо, что ты мне не есть никогда. Я просто пропустил, что из этого саламата. Саламата – это вот эта заварная такая каша, вот эта каша, ежели угодно, да. Здорово. Попробуй, пожалуйста, Олег. Выглядит, конечно, очень интересно. Я знаю, интересно. Что ничто так не это мясо вызывает... надо заправлять, да? Это да. Кажется, ничто так не вызывает голод, как интеллектуальная работа в библиотеке, особенно вот, да, со старыми книгами, особенно если они кулинарные. Поэтому могу такое... обзор буфетов библиотечных сделать. Ну, кстати, же кстати, интересная мысль. Никто не совместил до сих пор хороший ресторан, да? Хотя нет, был один ресторан, не буду называть его имя, где стояли... До сих пор стояли. Ой, ну да, это сейчас, да, бывает. Так, давайте пробовать уже, хватит. Вот, ты знаешь, что мне хочется очень, чтобы ты почувствовал? Что вот эти грибы Максим Павлович жарил по, вот как он это делает. И вот сравни просто с теми грибами, которые готовят, например, наши родители. Я попробовал вот мясо с этой саламатой. Это очень вкусно. Это очень здорово. И грибы, они, конечно, могут здесь быть и тушеные, они могут быть сметане и так далее. Но я специально сегодня сделал именно жареные.
Потрясающе вкусные грибы. Вот в сочетании вот этих хрустящих грибочков, чуть-чуть солененьких, да, с таким острым грибным вкусом, и каша, как у нас правильно? В чем я хочу сказать, что это вот очень вкусно все в ансамбле. Да. И грибы, и саламата. Вот саламата, я даже не знаю, как вам писать. Знаете, если представить себе очень-очень тонко протертое пюре, но вот у него есть свой вкус. Ну и за счет гречневой такой муки хлеб, здесь еще и гречневый немножко, да. Поэтому сегодня такой день вкусовых открытий для меня. Конечно, да, саламата. Грибы. Да. Нас, кстати, грибы собирали дети сегодня, поэтому им отдельное спасибо. Да, детям да, тоже. Да. Марфа, Мария и Тихон. Даже дадим попробовать. Не доели до конца ваш урожай сегодня лесной. Поэтому, друзья, готовьте обязательно. Саламата – потрясающе легкое в исполнении блюда, которое можно повторить на любой кухне. Ну и, конечно, я очень рада, что Максим Павлович сегодня рассказал, как правильно жарить грибы и как быстро приготовить очень вкусную свинину. Я хочу сказать, что, правда, очень вкусно. Да, ну и приходи. Заходи, при случае на огонек. А у вас и тепло еще так, у печки. От печки. Я сегодня как следует растопил. Там в кабинете у тебя холодно. Холодно, блин? Да. Давно говорил, надо печку растопить, надо же печку. Правда, не русская. Спасибо тебе большое, Максим Павлович. Спасибо. Олег, спасибо тебе за рассказы. Спасибо, дорогие мои. И вам тоже большое спасибо, дорогие друзья, за внимание. Напомню, что с вами была передача «Русский обед». Единственная передача на отечественном телевидении, рассказывающая про настоящую русскую еду. Увидимся в следующую субботу. И очень вкусную еду.